Так, всем привет, с вами Воскресный Волк, зубами щелк. Находясь в Канаде, мы каким-то образом оказались вот в этой месте. Так, сейчас, и оно станет красивее, наверное. Оказалось, что тут есть озеро, покрытое льдом. Тут лед, лед и деревья, и все в снегу. Я не понимаю, почему я раньше сюда не ездил? Ведь я же сколько, 25 лет прожил в Штатах. С 2008 года грин-карта у меня была. Но почему я раньше сюда не ездил? Так, нет, я сейчас подойду чуть-чуть вот к тем вот деревьям. Между нами говоря, деревья здесь, кажется... Ой, блин. Я тоже так хочу. Деревья, кстати, здесь, по-моему, все-таки выше, чем у нас. Или это мне так кажется? Вот горы точно. Вот сюда в Канаду приезжаешь, вот эти скалистые горы. Вот это горы. Вот это действительно, это видишь в них, любуешься и балдеешь. Вот, блин. Тут даже горы другого цвета. У нас они как-то более коричневые, такие мышиного цвета. А здесь серые такие скалы. Это вообще, это надо видеть. И самое главное, сюда надо приезжать. И приезжать почаще. Вчера вечером побывали на горячих источниках. Блин. Мечта жизни. Даже думал было тогда на Новый год поехать, но, увы, у них сами лужи на Новый год закрываются в 9 вечера. И все. Ой, какие звуки интересные здесь. Ой, хруст снега под ногами. Я 25 лет прожил в Штатах, я этого не видел. Там же никогда ничего подобного мне не попадалось. Чего я в Канаду не ездил, а? Чувствую себя болваном сейчас. Ой. Иголки, как... Может, я впечатлительный, но мне здесь жутко нравится. О! Тут такие странные штучки. И шишки замерзшие. Блин. Но звуки, которые издаются, это вообще... Так. Ну-ка, если я попробую приблизить. Вот так вот. И там люди катаются. Почему я не привез с собой ни коньки, ни лыжи? Так, нет, не отвечайте на этот вопрос. Я и так знаю ответ. Потому что... А, я потому что я болван. Б, потому что я не знал, что здесь такое есть. Так. Ну что ж. Я теперь понимаю, куда я буду ездить сюда в декабре. Немножко обидно, что придется сюда ездить в одиночку. Но мне не привыкать, я и так всю жизнь один. Как говорится, хочешь получить удовольствие, просто получай и не жди, когда кто-нибудь присоединится. Вот. Блин, красиво. Я сейчас буду сходить с ума. Все. Между нами говоря, Канада стала местом моей мечты. Ну, после Штатов, конечно. Don't take me wrong. I love United States. It's a great country. It's my home. And etc. Но для визитов... Вот, особенно, когда вот хочется почувствовать зиму. Настоящую зиму. Снежную. Вот такую вот, как в фильмах, как в сказках. Вот тут действительно можно спрятаться за таким деревом. Ёлки. Не, мне здесь нравится. Вот куда надо семейный отдых устраивать. Я теперь понял. Выйду замуж, когда? Если выйду еще. Вот будем с мужем приезжать сюда. Буду уговаривать его всеми средствами. И неважно, кто это будет. Но Канада – это прелесть. Снег. Не, я теперь понимаю, я вспоминаю, почему, когда вот на мой день рождения мы с Серегой поехали к черту на куличке в Калифорнии, и он тогда так восклицал, что снег лежит. Такое удовольствие было. Я понимаю, что он испытывал сейчас. И это он не видел снега столько, там 3 года было. А я 25 лет не видел снега. Россия не в счет. Какой там в России снег? Там неправильно, там все ухажено как следует. Не в обиду будет сказано.
А здесь чисто и красиво. Тут какой кошмар, я сам себе завидую. Ну вот, все. Так, с вами был Воскресный Волк. У меня уже нос замерз, поэтому пойду потихоньку оттаивать в машину. Причем имею в виду, что надо оттаить самого себя, а не сварить и не зажарить. А это не так просто. Так что всем привет. С вами Воскресный Волк. Остаемся на связи.